В Германии обыски и аресты. Силовики задержали подозреваемых в создании террористической группировки «Революция Хемниц». Организация ультраправого толка готовила нападение на иностранцев. Подробнее расскажет Татьяна Лугунова. Арестованы 6 человек, все задержанные мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Их подозревают в террористической деятельности, а точнее в создании организации ультраправого толка. Группировка, которую задержанные назвали «Революция Хемниц», по данным прокуратуры, готовила нападение и атаки на иностранцев, а также на политиков, которые публично и громко осуждали правый экстремизм. Эти аресты – реализация нашего принципа нулевой толерантности по отношению к правым радикалам и экстремистам. Поэтому правильно, что представители юстиции и силового блока сразу же предпринимают необходимые меры. Разоблачить группировку силовикам помог один из ее членов. Его арестовали еще в середине сентября за участие в беспорядках в Хемнице. По данным прокуратуры, члены организации пытались купить огнестрельное оружие. Свою первую атаку планировали на 3 октября. Это день немецкого единства. Все задержанные сегодня или завтра предстанут перед федеральным судом. Он примет решение о направлении их в следственный изолятор. Известно также, что арестованные участвовали в беспорядках в Хемнице. По данным СМИ, они нападали на иностранцев, применяя электрошокеры. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».